Превращение ФАПа в библиотеку. В поселке Нельминос произошло долгожданное событие. После длительного ремонта сельская библиотека наконец переехала в свое собственное здание. Новым домом для книг стало помещение бывшей амбулатории. Событие для поселка поистине долгожданное. Почти 9 лет Татьяна Коскова вместе с немаленьким книжным фондом ютилась по разным углам. До недавнего времени пристанищем библиотеки было подсобное помещение в спортивном зале на окраине поселка. Пол библиотечного фонда даже не было расставлено. А между тем спрос на книги в поселке большой. У нас книгу люди любят. На протяжении многих, вот сколько я работаю, 36 лет, люди всегда у нас читали. И всегда интересуются и книгами, любой тематики. Право перерезать красную ленточку предоставили главе администрации Малоземельский сельсовет Михаилу Талееву, инженеру ИПТИТАР Виктору Гмырину и хозяйке библиотеки. Раз, два, три. Режим. Опайте. 3 года здание бывшей амбулатории стояло без ремонта и эксплуатации, пока не было принято решение разместить здесь сельскую библиотеку. Аукцион провели в сентябре, в октябре уже подписали контракт. Подрядчиком организации ИПТИТАР все остались довольны. Ребята ответственные. Выполнено все качественно. Я ходил еженедельно, ежедневно все эти работы проверял. Значит, было утепление полов, разборка полностью полов, замена фундамента, система отопления полностью, электроосвещение. Ну, работы выполнены в срок. Отремонтированное здание собственной кочегаркой может прослужить еще не один десяток лет, говорят строители. Но в планах у администрации поселка строительство новой библиотеки, большой и просторной. Ирина Цепитова, Владислав Носкин, телеканал «Север».